Более 2500 югорчан пострадали от укусов клещей. Из них 315 дети. Такие данные передает окружной Роспотребнадзор. Специалисты отмечают, что чаще всего люди встречаются с этими насекомыми в лесах, на дачах, парках и пляжах. Более 500 человек поймали клеща прямо в городе. Вместе с тем, по данным мониторинга, с начала сезона клещевые инфекции диагностированы 4 жителям Югры. У 3 обнаружен клещевой энцефалит. По словам врачей, это крайне опасное инфекционное заболевание, единственной эффективной мерой профилактики которого является вакцинация. Самая основная защита – это вакцинация против клещевого энцефалита. Бывает экстренная вакцинация, бывает плановая, запланированная вакцинация до наступления эпидемического сезона. Группы населения, которые работают в природных очагах, должны быть все вакцинированы. Кроме этого, специалисты предупреждают, в период активности клещей, а в нашем округе это с мая по сентябрь, необходимо соблюдать некоторые правила безопасности. В частности, планируя прогулку на природе, надевать закрытую одежду и пользоваться репеллентами. В случае, если же клещ все же укусил вас, лучше немедленно обратиться к врачу, а не рисковать, применяя народные, чаще всего неэффективные средства. Лучше всего при обнаружении клеща на себе заклеить его лейкопластырем и обратиться к нам в ожоговое отделение. Не надо ничем его обрабатывать, пытаться маслом, спиртом. Это не помогает, к сожалению. Вот. Если человек чувствует в себе силы самостоятельно удалить клеща, просто взять, если есть пинцет, захватить клеща и выкрутить по часовой или против часовой стрелки.